Друзья мои, мы сейчас будем создавать массированную кампанию по IOP на Россию. Все на русском языке. Я уже написал пару писем, можно начинать. Мы сейчас это будем делать. Сюда идут люди, которые даже если не будут строить бизнес, но все равно платят $10 за автоответчик. Автоответчик — это звезда этой компании. И все знают, что они очень дорогие в сети. Поэтому делаем так. Название компании, ну какое хотите там, неважно, это для вас. Чтобы вы понимали, что это ваша компания. Так, два. И, ну, пусть будет так. Название компании. Ну давайте. Айоп. Россия. Russia. Вот так. И ваш email адрес. И мы нажимаем submit. Вот она у нас появилась. И мы нажимаем go, чтобы включилась именно эта компания. И вот появилось здесь IOP Russia. Все, мы сейчас работаем именно с этой компанией. Теперь, друзья, мы идем в Autoresponders и нажимаем Edit Autoresponders. Здесь нам нужно вписать текст, заголовок. Заголовок — это все. Нужно, чтобы он зажал внимание, чтобы человек из многих писем остановился именно на нем. Далее мы вставляем текст письма сюда, и интервал здесь будет 0. То есть после того, как человек подпишется на вашу страницу захвата и подтвердит ее по почте, это письмо придет через 3 минуты ему на почту сразу же. Давайте сделаем письмо покрасивее и нажмем включить HTML. И у нас станет с вами наша привычная нам, когда мы можем здесь выделять все. Вот письмо вставили. Выделяем. Во-первых, размер. Я не люблю мелкий шрифт. Не потому, что у меня проблемы со зрением, а потому, что просто не люблю, это неудобно. Вот четверка самый хороший. Выделяйте всегда абзацы. Всегда абзацы, чтобы человеку было легко читать, даже если там много текста. Вот так выделили, жирным сделаем. Вот так вот выделили, жирным сделаем. Вот так вот выделили, жирным делаем. Так. Можете добавить немножко красного, если хотите. Вот хорошая новость для вас. Идете сюда, смотрите, раз, красного цвета. Выделяете, что вы хотите сказать. Вот я люблю разочаровываться в людях, например, да, тоже. Сделаем так. Так. Вот, в общем, чтобы человеку было удобно. Вот так вот первое письмо мы с вами делаем. Так, все. Не забудьте поменять в этом письме внизу. Вот здесь, видите, YouTube пошли, вся ерунда. Не забудьте поменять, пожалуйста, ваши реферальные ссылки, все ваши видео и так далее. Когда вы отредактировали письмо, нажмите Add Message. Бум, все, он готов. Она мне показала, что я, когда нажал HTML, я забыл сюда поставить заголовок письма. Поэтому за этим следите тоже. Далее, я пока сделал одно письмо, сейчас набросаю второе, вы также пишите заголовок, включайте HTML. Нет, сначала включайте HTML, потом ставьте заголовок, ваше второе письмо номер 2, а здесь уже поставьте 1. Это значит, что оно придет, письмо, на следующий день после вот этого. Это придет немедленно, instant, а это на следующий день. А сейчас мы перейдем к страницам захвата. И сюда надо привязать страницу захвата, правильно?